Ребят, давайте побыстрее, чтобы никого не геморролся с Ютубом потом. Все, ладно, пошли баны. А, точнее, вроде как пошли, но еще не пошли. Да, вот зрели. Зрел. Хороший бан. Вот и Джакс. Джакс, да. Просто. Сразу. Даже не задумываясь. Йорик. На арене все те же. На арене все те же. Не, вне арены все те же. Сейчас мы... Да, Найра, я ждал вот этого она. Бана. Вейн. Война, хорошо. И давай Джарван, да? Да не, это конечно... Без Зайры уже. Без Зайры Джарван, это конечно, да. Это сильно интересно, будет в бане? Какой вариант? Гораздо лучший вариант, чем Джарван. Дариусов что-то не вот, Иксин. Вот Иксин. Дариусов что-то не было. Дариусов, да, ну а что Дариусов, ты Дариус. Тут ну как бы он в 1-1 не такой сильный, может быть, мне кажется, в 2-2 он получше будет, нет? Не, ну вот тут Джарван сразу, ну вот как бы я говорил еще, наверное, что насчет Джарвана, то что надо все же смотреть еще, видеть все-таки желательно. Сейчас кого пикают оппонента. Ну вот тут Корки, вот о чем я и говорю, то есть Джарван, ну, поработаю в Англии, да? Джарван ультует, Корки вылетает. А Джарван толку вот уже меньше. Корки залокался. О, Мордекайзер. Мордекайзер. Как-то я, честно говоря, скептически отношусь к Мордекайзеру. Ну, может в 2-2 он будет получше, просто... Как бы в 1-1 он себя не особо, на мой взгляд, показывал. Потому что ему тупо щит сбивали и все. Ну, я ж пропушил, выиграл 4-6, проигрывая по киллам. Будет ли это чугат? Чтобы делать умном-ном? Ну, умном-ном только. Умном-ном это всегда хорошо. Ну, умном хорошо. Если знаем, узнаем. Да, чугат за локом. Как? Чугат. И свап. Вот так вот. То есть они просто не хотели Джарвана отдать, видимо. Забавно, забавно. Ладно, подождем дилей, потом можно будет посмотреть руны мастерис, кто что набрал. В смысле потом, а что ты сейчас не можешь? Да-да-да. Не, ну для себя-то ты уже можешь посмотреть? Я не могу, а ты можешь. Хочу мне по два раза смотреть. Ну что, забудешь, что ли? Капец, сегодня, конечно, намного дольше идут игры. Ну, конечно, в том, что в 1-1 все-таки одного убил, а второго уже и нет, и дефать некому, а тут пуш проходит медленнее, соответственно, все игры идут дольше. И участников все-таки не как я предполагал. Так, ладно. Больше с появлением. Начнем с чугатика. Давай. Жги, мастер. Феновалово. 19-12, охренеть просто. А вот и я. Что-то чугат какой-то АДшный выглядит. Не попутал? Судя по роли мастерис. Куча, что они слапнулись, там все херня, нет? Какая разница? Так, смотрим Джарвана. Джарван. Мало ли ты там, не знал, кто из них кто. Ну, Джарван более-менее стандартный. Корки. Корки вряд ли чем-то удивит. Да.
Орки все стоят. А что решил сделать Мордекайзер? Манореген. Окей. Манореген? Простите. Да. А на кой ляд ему манореген? Ну, ну может быть, они все поменяли, у тебя еще ничего не обновилось. Ну, у Kindle где-то там смотришь. Так, нет, я смотрю прямо через клиент, зачем? Я же ради этого и хотел. Да, какой-то... Реально, походу, это будет АД-чугат. Ну, АД-чугат это полбеды, но... Манореген? Ну, там... Или вот там немного? Сейчас посмотрим. 3,7. 3,7. Ну 3,7 это все синие, наверное. Нет, стоп, 3,7. Ну да, это у меня, по-моему, как раз на саппорте именно столько и есть регена. Потому что у меня красные, типа на армор, там все херня. Magic Resist синие, да, это желтые, по идее, должны быть все. Да, 3,7. О, Джарван, мой любимый скин. Че, гад без скина, я расстроен. Зато Урф Райдер Корки. Не, этого я видел, вот Infernal. Я Мордекайзеров вообще редко вижу, а Мордекайзер со скином. Хотя нет, этот скин я видел, да, нет. Как-то последнее время перестали играть так активно Мордекайзером. Раньше я помню, прям бан был даже вообще вот. Мордекайзер, конечно, не нафигит еще вообще этот привет. Но все-таки насколько мне нравится Джарван этот скин. Я его обожаю. Даже в продаже не ждал его купления. Так. Да, я был прав. Ваня. Ну как бы 15 АП, а, ну да, слушай, 15 АП, это от кальция, а чисто. Так. Дочь, ну, где? На, слушай, Мордекайзер, походу, реально с манорегеном. Ну, я не вижу его нигде. Нет, что я вижу, что у него... Мана. Я вижу, что у него 28 армора. И это очень... Вот у него как раз... Вот 28 армора вот эти вот... Это то, что у него забит манорегеном. А если бы у него там армор стоял, а он там должен был у него стоять, да? То было бы нормально. И мы начинаем. Так, по спалам. Да. Так, все, экзост, игнайт, все стандартно. Игнайт у Мордекайзера, хорошо, и игнайт у Чугата. Ну, в принципе. То, что Мордекайзер игнайт, это там, игнайт ульт, это вообще пушка, короче. Да. Проверенная. Проверенная тема, убивает. Вот интересно, как Корки будет. Расик. Пысь, у Чугата пол хп. Сильно. Корки мы здесь сегодня не видели, по-моему. Все-таки всякие войны, ДДМФ была. Вот, корки не было. Какие-то взаимные характеры. Был корки? Корки Блиц были против Кассиопеи с кем-то там, не помню кто. А, точно, да. Да, и они проиграли. Да. Все, Блиц виноват. Вспомнил. Да, там Блиц еще очень, очень так эпично мифово притягивал. О, что там пожадничал. Я бы на месте ку. Но все равно. Мордекайзер все-таки показывает свою мощь. Все-таки это Мордекайзер. И будет он его добивать. Давай сейчас, куда он ест, пройдет. А Чугат-то тоже, он непростой все-таки. Не забываем то, что смотрим все-таки финал, это платина на платину, по сути. Чугат непростой, прям вот перед... Платина, по-моему, у Корки, насколько я помню. А, там у одного только алмаз у кого-то. А, ну да, алмаз. Ну, неважно. Ну, платина плюс, будем это условно называть. В общем, собственно, к чему я это говорил-то, то, что Чугат, он таки тоже непростой. Как только у Мордекайзера... Практически откатилась Ешка, гадал и дал ему сайленс. Прям вовремя. И остался жив. И смотрите, он уже на полном столбе практически. Мне кажется, и так остался жив. У него хитов было больше. У него было порядка там 200 хитов, если не ошибаюсь. Да. А этот был под башней. Ну, это да. Нет, ну...
кто знает, что бы там было, если бы не Сайленс на самом деле. Там, ну, и тоже кушка, верно. Там и кушка могла бы быть. Я как-то на кулдауны сейчас в этот момент не смотрел. Отматывать я уже не буду ничего, потому что все-таки финал нужно. 1-1. Целиком что-то пропустить важно. По фарму и за счет ФБ, и за счет, и просто по крипам побеждает. Ну это не побеждает. Пока ресет. Да. Лидирует. Лидирует, вот так, да. Но все-таки даже если они эту игру выиграют, то это еще не конец. Так, смотрим. Кортик качает бомбу пока что. Еще надо будет вторая игра. Понятно, что качает. Мне все же интересен Чугат. Что это за такой чудесный АД Чугат? Ну как АД? Собираться на П собирается. Явно. И качает он Сайленс. Все-таки да, логично. Мордекайзера выключить наподобие. Ну и не только, и Корки опять же, чтобы не прыгнул. Ну да. Так. В принципе, как раз вот Джарван сейчас ультует и... Ну, ультует он Мордекайзера, конечно, кстати. Пошло. И в Чугата входит ульта. О, так как-то... Мордекайзер, и сейчас Корки его будет пытаться добить. Быть. И не попадает ультой. К сожалению... Даблкилла не будет. Даблкилла не будет. Мордекайзер уже лестится, сейчас лестится Джарван. То есть это был опять размен один в одного. Но! Башня-то, за счет того, что у них есть рейндж кэрри у... Да. А этот ничего сделать не может. Теоретически Корки может даже задавить. Нет. Он нет. Просто бьет башню. Как бы играют, а команды отпушат. Да? Чугат никак не мешает. То есть придет Мордекайзер, его можно на двоих разобрать, получить больше профита. Вот такого вот. Главное не дать ему совсем там отъявиться, чтобы он вообще сдулся. Тут даже не столько профита, сколько, да, ты правильно сказал, что играют от пуши, и чем дольше твой оппонент не закупается, а. Ты как бы имеешь возможность именно пушить, тем лучше для тебя. Не, ну, Мордекайзеру ассист тоже не помешает. Ну, конечно, тут меньше, правда, дают за все это. Лишний ассист не лишний, так. Как говорится. Вот Мордекайзера выходит, начинается очередной замес, но да. Вот они... Все-таки, да, Чугата быстренько разбирают, но в это время... Успеют ли забрать Корки? Успеют ли. Мне кажется, отпрыгнул. И сейчас уже сайленсов никаких нету, но Мордекайзер не смог задавить Джарвана. Встал. Не встал. Не встал и не смог. На самом деле, Джарвана, вот он штандарт кинул, он мог уйти. У него, по-моему... А он его кинул, наоборот, вперед на Прохорас. Да. Ну и ультой сразу же сбривает просто инстантом. И получает Мордекайзер 176 АД со скоростью 0.8 дополнительную плюшку, чтобы бить пошли. Ну да, и спокойно себе отходит. Зачем спокойно? От Джарвана, ну, я имею в виду, с собой спокойно отходит, а Копия спокойно добривает башенку и немножко даже похорашивает Чугата. Чудесная пассивка Джарвана, которая бьет процентом. Ну да. ХП. Конечно, Джарван полез на эту ульту. Ульта Мордекайзера, напомню, кто не знает. Шраут еще, но это понятно. Напомню, что у Мордекайзера ульта сбривает половину от своего дамага сразу, а потом начинает тикать. Поэтому Джарвана ваншотнуло тупо на вложение. Он опять Джарван улетает, начинаем драку, и неплохо. О, как хорошо! Очень хорошо ульта, мне понравилась, пошла. Но? Умирает Джарван, и Чугат пытается, да. Чугат на самом деле должен идти. Но он промазывает кушкой вот это вот. Тоже я сегодня видел уже Чугатов, которые промазывают кушками. Пытаются кидать как-то на ход, у них это не получается. Просто потому что... Там даже это была игра, а, наверное, это тот же самый Чугат, даже я не удивлюсь. Я уже так как я пересмотрел, у меня уже все перепуталось в голове. Тем временем вторая башня. Была игра так против Амуму.
что он сам умудрялся или спамил на ход. Сейчас Мордекайзер отправится закупаться. Да, шатдаун. Даже особо. Плюс 300 голды. Релайка сразу. Корки что-то там кемперит. Не, уже не кемперит. Ждет хилочку, видимо. Не хочет ее отдать Джарвану, но... Без вариантов. Но не успел. Вот это зачем он направление особо знал, зачем так надо. Тем, наверное, чтобы вот этим, врагу да. не досталось. Не, понятно, но просто они еще были далеко. Ну да, Джарван же может просто подъехать. Как-то я об этом не сразу подумал. Даже все правильно. Ну, Джарван возвращается, забирает свою хилку. Ближайшую к базе. Возвращает себе всю хп. Мордекайзер с корки продолжают пушить, но он их поджидают. Но! Джарван сразу въезжает в корки. Дает ульта на Чугата. Успел? Нет, Чугат не успел откусить. И Чугат сейчас умрет. Вот Чугат откусил. Вот он. И эйс. Если бы Чугат успел укусить, Чугат, кстати говоря, вот... может быть что-нибудь и было бы. Ну да. Ну смотри, Чугат за счет того, что он АДшный, он помогает сейчас команде. Элла... Как он там? Элла Ресет, да, Элла Ресет. Помогает пробивать, проносить дальше. А, да, да что кидай. У него там не очень. Ну да, но все равно. Хватит меня бить. Из-за того, что все-таки это ульта бьет по процентам, конечно, хоть и мэджик дамагу. Ничего ты ее кидать. Хотя и Джарван толстый человек. О чем я вообще говорю? Джарвана даже хп больше, чем у Чугата. Ничего, у Чугата ни одного стака нет еще чего. Ну да. Поэтому один есть. Да, Джарвана все-таки выгоднее на чуть-чуть. Да. Так, стоп, или там фиксированная ПК, это культу давно этот уже? Смотрел. Ты про Мордекайзера? Да, он чьи статы-то перенимает. Ну, тут просто пис, что статы пэта увеличит. Ну, короче, ладно. Понятно. Джарвана, конечно, лучше. Ну да, Джарвана побольше, и, естественно, на 20%. Пожалуйста, там хочу еще раз посмотрю. 20% Xer Ability Power and Attack Damage. Мордекайзера настолько резко вижу, что... Знаешь, что ульта жесткая. Извиняюсь. Да. Пацаны начинают уже терпеть в своей базе. Смотри, смотри, опять драка. Ульта Джарвана. И как умирает. Успели. Нет, не умирает Мордекайзер, умирает только чуть позже. Ну, вот, если бы успели убить Мордекайзера, было бы, конечно, хорошо. Но, опять же... Не успели забурстить его. Бурстят именно Мордекайзера. Корки смотрел на него хп. Вообще особо не просил. Ну конечно понятно там Сангуин, насколько это называется, да? Сангуин Блейд. Да. Хил ему конечно дай. Так, что там у нас по деньгам? Вы не били. Если корки сейчас убьют, он еще и закупится неплохо. Да. Ваши ставки, что это будет? Что это будет? Ну, либо Шин, либо Infinity Edge. Ну да, сейчас его снимем. Не, ну как он поспамливает? Я думаю, что все-таки это будет Шин, если он будет. Что-то перефорс на корке, конечно. Так. Ну, корки улетает, его опять не убивают. Че, его пытались убить? Да, что? Да. Класс. О, Чугат с эликсиром, с красным.
Так. Давай, врывчик, врывчик. Ну, врывчика и как такового не получилось. А мы их подкинул. Вообще-то кажется, что сейчас будет, они даже их бить не будут. Вот похарасят и... Это они уже как-то наглеют. Ну да, а что тут уже терять? Ну, там, блин, ничего не кидает. Ну, Декайзер кидает ульту на... Джарвана, и Корки все-таки умирает. Нет, не умирает. Нет, все-таки умирает. И вот наш Джарван с 258 АД. Начинает лупить свою башню. Это первая игра, видимо. Стопудово уже закончилось, и Корки даже не делали закуп, мы так и не узнаем, что же он хотел купить. Проклятый Корки. Проклятый Корки. Оставил интригу, да?